Привет, прогрессивные друзья, это истинный следователь. Хочу поговорить о бесполезных тратах. Вот фирма Spar, магазины Семья, Семья и Spar одна фирма. Здесь вот один супермаркет. И вот здесь вот второй. И там вот третий. Они взяли... Влепили два. Ну, сначала было вот тут слева, потом эти два появились. И просто они на расстоянии там 100 метров друг от друга. Вот как так получается? Явно там одно и то же руководство, менеджеры, они знают. Просто им нужно было под этот проект разворовать деньги. На ремонт, там, на за аренду, может, кто-то заплатил. И ничего, я думаю, никто там даже этого менеджера ничего не наказали, не уволили. Пустая трата. Хотя... Явно три магазина в одном месте не нужно, да и два, наверное, тоже не нужно. Хотя идут, а все-таки народ покупает, ну, как бы предмет первой необходимости. И говорят, что влезать в дела фирмы не может государство, там люди. На самом деле-то люди и все это и оплачивают. Тоже не менеджеры эти, не директора этого Спара Семьи. Вот такой вот бред. Ну, это такой вот курс такой воровской. Сейчас и чиновники, и бизнесмены. Все бессмысленно, лишь бы вот что-то воровать, а вы будете платить за это. Ну, надеюсь, ресурсы уже заканчиваются. Поэтому даже в таких решениях, я считаю, должны принимать участие и жильцы района этого. Зачем три магазина влеплять с одинаковой ценой, там все одной и той же фирмы. Так что это реальная фигня. Я вам показал, если кто не замечал. Как соберетесь порядок наводить, будем наводить. Это был истинный следователь про три магазина. В 100 метрах друг от друга, Спара. Пока.